Костюмы гейши и доспехи самурая. У Национальный исторический музей Беларуси ладить экспозицию, присвященную Украине у заходящего солнца. Тут можно увидеть как звичайные речи японцев, так и боевым меч самурая и специальные прилады выявленчего мастерства. Особливое место на экспозиции занимают манекены мифичных истот японского фольклора. Выставка является частной коллекцией представителя клуба японских традиций и спорта Владислава Асаки. Беларусь, как это ни странно, имеет связи с Японией. В прошлом году отмечалось 200-летие Гашкевича, который, являясь нашим земляком, стал первым консулом Российской империи в Японии. У нас на выставке представлена кукла из города Хакодате, где было то самое первое консульство. Незвычайные костюмы можно при жадании примерить, а детям пропонуют помалевать святлом. Экспозиция протягнется до 24 мая.